Володимир Алєксєєв, керівник джаз-оркестру Performance Big Band, організатор численних джаз-фестів і конкурсів. Весь вільний час присвячує вихованню сина Тимофія. Разом полюбляють музикувати та кататися на велосипедах. Доброго ранку вам. Доброго Дякую, ранку. Що завітали так раненько до нас. Як взагалі настрій? Як взагалі прокидатись ось так рано, о 7 годині для вас? Ну, взагалі нормально. Школьник кожне утро і так просипається. Тіба, тебе нормально просипатися? Я думаю, він вже звик, так? Але, можливо, на цьому тижні трошки відпочив, бо ж канікули, шкільні. Так, ми канікули всі іспортили, далі поспати. Ні, ми сьогодні будемо заряджатись гарним настроєм і спортивним. Я знаю, що ви часто займаєтесь спортом, проводите вільний час разом. От сьогодні хотіла б від вас побачити ваші три найулюбленіших таких вправи, які ви виконуєте зранку, щоб збадьоритись і прокинутись. Ну, Тіма займається карате, достатньо професіонально, у нього скоро вже має бути жовтий пояс. Он любит свои упражнения. Тима, что будем делать? Такие. Мельницу будем делать? У него есть разминка. Давай, покажем. Так, смотрим, повторим. Да? Готов? 3, 4. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Хватит, да? Так, круто. Так, разминялась. Чуть-чуть. Ну, мы же не делаем зарядку. То есть три упражнения. Угу. Что, мы любим приседать, да? Давай, поехали. Так. Раз, два, раз. Ты хочешь быстрее всех? Несинхронно. Тима, ты хочешь быстрее всех, да? Ну и третье упражнение, которое любит Тимофей, он любит отжиматься на кулаках. А ну. Поехали? Я подивлюсь, я тільки подивлюсь, якщо можна. Слухайте. Два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, вісім, дев'ять. 10. Хватит, да? Слушайте, ничего себе, хватит, такая хватит. Спортивна родина сьогодні у нас в гостях. Не, он на самом деле ему очень нравится, он на шпагат садится. Ка, ты покажешь какие-то? Ну хоть кусочек, маленький. Сьогодні у нас відпочиває, у нього канікули, він хоче трошки відпочити. Взагалі, як от провели канікули? От навіть у Тіма хоче спитати, як тобі канікули перші, я думаю, так? Такі вже серйозні, як провели, що сподобалось? І чи готовий вже до школи? До школы готов. А что ты делал? Что ты делал на каникулах? Самое такое интересное. Ну, расскажи. На мотоцикле катался. Громче. На мотоцикле катался. Да. У нас появился мотоцикл. На бензине. Ну, настоящий, на бензине. И Тимофей очень быстро его освоил с первого раза. Я думаю, він іде просто по стопам батька, так? Повтори. Батька, мати, тут нельзя наділяти віддільно батька. Тобто він просто... Кожен впливає, да-да-да. І йому подобається, мені подобається те, що він увлекається. І, ну, увлекається мотоциклом, увлекається карате, там, барабанами. І... Так, я знаю, що він ще й музикою теж. Англійський учить, да. То есть, как бы, это, ну, причому учить достатньо хорошо, робить успіхи, як би... Читает сейчас на ходу афиши, какие-то то тексты, то есть, ну, по чуть-чуть, освоюється. Тобто, освоюється, так? Я знаю, так, що він і музикою теж захоплюється, так? Немножко, так. Вже є таке захоплення. Взагалі, от, як, можливо, ви його, як батько, і може порадити іншим батькам, як підготувати дитину до школи? Бо вже ось понеділка починається знову заняття, як ви його готуєте, і чи хоче Тимофій повчитися? Как, ну, готовим? Очень просто. То есть перед началом, ну, учебного процесса. Тима, тебе нравится смотреть на себя? Ты побачив свій мотоцикл, так? Это, ну, це круто. Да, готовим, да, настоящий, мастерской, с ключиками, все, ну, все по-честному. Тобто, якщо правильно я бачу на фото, що це навіть копія його іграшкового, так? Я так зрозуміла, чи ні? Да, ну, как бы, то есть этот маленький, это копия большого эндуро, этот, ну, класс мотоциклов, он любит, Тима, где ты любишь? Ты любишь спортбайк, чоппер или эндуро? Эндуро. Почему? Потому что можно в болото ездить. В болото, потому что, то есть, так надо было там, не разрешали ходить, ага. Родители, а так можно заехать по кочкам, по пенечкам, конечно, да, да, этот мотоцикл, он позволяет делать ему то, что он хочет, в грязюку, в песок, в лесу ездить, ну, очень здорово, а в школе готовим, ну, во-первых, конечно, надо хорошее настроение, чтобы было, и, конечно, ну, он любил все-таки в силу
увлечение из работы родителей, и он позже ложился раньше спать и позже вставал, а сейчас приходится раньше ложиться спать однозначно, потому что как бы, ну, кому-то надо для сна там 6 часов, кому-то 8, Тимофею надо часов 9, как бы, и чтобы встать в 7, надо лечь в 10, это максимум. Поэтому сейчас вот как бы у нас такая основная, да, режим, то есть ложиться иногда и в 9, ну, чтобы вот это вот как бы главное, подготовка. І то, як би, не завжди він там сінічки. Тимофій, а який у тебе найулюбленіший предмет в школі? Який урок любиш? Це математика. Математика? Так. Да. Він зовсім не гуманітарний, він вважає швидко, писати не любить, как бы, а вважає швидко. Слухайте, ну це дуже круто. Якийсь майбутній вчений, так, у нас сьогодні в гостях? Все може бути. Слухайте, і від вас хотіла запитати, я просто дивилася пости у вас в Фейсбуці, ви так часто проводите час із дитиною, просто от образ ідеального батька, чи можна? Ні, не зовсім, це образ. І що для вас от образ ідеального батька, можливо? Хто це ідеальний батько? Сложный вопрос мне задали. Я на самом деле сейчас стараюсь больше проводить времени с ребенком, потому что когда он был совсем маленький, как бы я был чересчур занят там работой, много всем, и как раз вот упустил, к сожалению, тот момент, когда вот его совсем, ну, такого там до годика, там вот два, до, ну, даже где-то лет до трех, то есть очень мало времени, мне не получалось там каждый день гулять, даже бывало, что раз, ну, в неделю там, если вырвался, то есть в основном был занят работой. Сейчас я, конечно, стараюсь, уже чуть-чуть там повзрослев, став чуть-чуть более осознанным родителем, стараюсь, конечно, проводить. У нас есть своя традиция. Мы обязательно, что бы ни было, какая бы ненасыщенная концертная жизнь, каждую неделю обязательно куда-то там выбираемся. Это каждую неделю. А каждый день и так стараемся. Сейчас вот каждый день там где-то на мотоцикле проехали, где-то просто там чуть-чуть прошлись. Но каждый день стараемся просто такой, где-то поиграться чуть-чуть, хотя бы 15 минут. Але обов'язково минут. Провести час із родиною? Да, да. То есть мне кажется, что есть очень, я недавно прочел хорошую фразу, то есть я стараюсь обеспечивать своего ребенка всем, чем необходимым, то есть что-то ему там и покупать, и такое, там, и куда-то съездить, и сводить. То есть, ну, он в основном как бы ни в чем практически не ограничен, вот. Но есть хорошая фраза, что если вы хотите... Помню, дословно, чтобы ваш ребенок вырос хорошим человеком, тратьте на него в два раза меньше денег и в два раза больше времени. Ось, правильно, вот. Запам'ятайте. И, да, возможно, вот именно это тот образ, к которому я пытаюсь сейчас подойти. То есть я стараюсь ему, ну, уделять, улюбить его не только своей заботой материальной, чтобы он жил в хороших условиях и имел все, что там ему нужно, увлечения, игрушки, но и стараться проводить с ним чуть больше времени. Вот это, да? Це дуже круто. Я бажаю вам далі успіху і так розвиватися, і, можливо, якийсь опановувати новий якийсь спорт, нове захоплення. І хочеться від вас, для наших глядачів, побажання доброго ранку і гарного дня. Бажаю доброго ранку, да. Ранку. Три, чотири. Доброго ранку! Це круто, дякуємо вам. Ми, друзі, рухаємось далі. Нагадую, до нас завітали сьогодні Володимир та Тимофій Алєксєєв. Ви показали свою ранкову зарядку і поділились просто своїм баченням ідеальних відносин у родині. Я думаю, ви запам'ятали те, що необхідно знати.